Меня зовут Иван Шапошников, я работаю в атлетике Золитуда. С 2010 года веду занятия бодипампа, пилатеса и трекса. Начал я заниматься 7 класса борьбой. Был призер чемпионата Латвии по кадетам, по юниорам. Вот. Но когда поступил в университет, уже это все немножко отошло на второй план. Но и с каким-то временем потом пришел по рекомендации брата сюда в атлетику фитнес. С 2010 года. Через пару месяцев меня отправила Ли на обучение бодипампа. Я прошел обучение, начал вести. Дальше продолжалось развиваться это все TRX. И вот последнее, что я начал изучать, это пилатес для себя я открыл. Конечно, дико отличается, допустим, какой-то спорт, в котором ты занимаешься, какой-то кружок, и от фитнеса. Потому что когда ты в спорте, ну, это, скажем так, это не для здоровья, да, ты там получаешь, конечно, много травм, которые у меня были. Фитнес все-таки, когда я пришел, у меня поменялось представление, что здесь это реально тоже для мужчин. Это больше для здоровья, нежели для себя добить. Хорошая мотивация тогда, когда ты понимаешь, что ты это попробовал, и ты потом на следующий день просыпаешься с утра, ты чувствуешь себя лучше. Опять же, начинаешь как-то записывать это. И в течение недели, если ты себя так отслеживаешь, то ты понимаешь, вау, эта штука работает. И действительно, это одна из тех мотиваций, которая тебя может заставить проснуться с утра, пойти или в 7 утра на тренировку, или вечером заставить себя сходить на тренировку, растянуться. Людям надо по большому счету себя заставлять, да, делать это. И начинать не с болезни приходить в фитнес, да, а наоборот, чтобы это не допустить, прийти в фитнес и в итоге получить хорошие ощущения, хорошее здоровье. Ты видишь, вау, я себя клево чувствую. Я не говорю уже про какой-то вес брошенный, я просто говорю про элементарное ощущение с утра встать, почувствовать. И мне кажется, это каждому, кто как-то себя хочет хорошо чувствовать, это надо пытаться исправить.